А еще вырастут пособия и штрафы с началом нового года. С января в стране повысится месячный расчетный показатель до 1982 тенге. И, соответственно, размеры социально значимых показателей, а также штрафы, налоги и другие пошлины тоже возрастут. Так, пенсии станут выше на 9%, а пособия на 7%. В целом, из городского бюджета на сферу социальной защиты населения предусмотрено свыше 9 миллиардов тенге. Тему продолжит наш экономический обозреватель Амина Абдрахманова. Со следующего года пенсии станут выше на 9%, а пособия на 7%. Все потому, что пересчитали месячный расчетный показатель. Теперь он составляет 1982 тенге. Так, минимальная выплата для алматинцев, вышедших на заслуженный отдых, превысит 23 тысячи тенге. А вот пособие для молодых мам до первых трех детей увеличится более чем на 62 тысячи. У тех, у кого четверо и больше, то эта сумма составит 103 тысячи тенге. В целом, из городского бюджета на социальную сферу выделено свыше 9 миллиардов тенге, треть из которых предназначены на пособия и выплаты. При планировании бюджета на 2015 год следует отметить уровень инфляции в коридоре 6-8%, минимальный размер заработной платы 21 364 тенге, минимальный размер пенсии 23 692 тенге, месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат 1982 тенге. Но увеличение МРП говорит и об увеличении размеров штрафов, налогов и госпошлин. К примеру, за нарушение скоростного режима автолюбителям придется оплатить в казну 10 МРП. Это 19 820 тенге вместо нынешнего 18 520. К слову, только автовладельцы Алматы за 10 месяцев этого года обеспечили четверть всех налогов на транспортные средства по Казахстану. Это 6 миллиардов тенге, что на 792 миллиона больше, чем за такой же период прошлого года. А за 9 месяцев этого года от исполнительных санкций в бюджет государства поступило свыше 150 миллионов тенге, тогда как за прошлый год эта сумма была меньше на треть. Кроме того, в текущем году увеличилось в два раза больше выставлено запрет на выезд, ограничение за пределы РК. Тогда как за 2013 год было выставлено всего 5732 запретов, а за 2014 год выставлено 14 091 выставлено запретов. Всего в виде налогов в городскую казну в этом году поступило 263 миллиарда тенге. Амина Абдрахманова, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы.